Собираю осколки, мне до них еще далеко, я так понимаю, мне еще ДС нужно много фармить, поэтому я не претендую. Так я первый плюсанул. Мне кажется, осколки нужны. Очень много, прям. Тысяч по 7, может. У меня всего 1000, уже неделю лежит и не прибавляется, не убавляется. Бывает, конечно, такое. Можно сердоби задобрить, купить где-то, блядь? Там просто. Нет. Где-нибудь. Ну, может, все-таки можно? Тебе нельзя. 11. Рогулек, у тебя сколько вода есть? Ну, я уже купил, у меня есть одна. Один, да? Ну, Ага. пока нормальное оружие, как бы нет смысла менять. Да понятное Я дело, что вообще не знаю, нормально. есть ли смысл или нет мне Че, у менять. нас сердали Если в ГБ ломать. нету, что ли? Не, у тебя сейчас пушка большая, как бы, она сильнее, чем это, чем ВХ, типа заготовка. Потому что Ну заготовка 64 идет по левелу. да. Я поэтому и Если не тороплюсь. делать, то... Это самое... Вот вы мне скажите, вот шустренько и вот этот Рога и Казик это с павшего легиона, а вот эти остальные Да. челики-то с вами или нет? Это тоже наш, тоже. Это все тоже наши. Модлес, Киризайт, все тоже наши. А, модлы с Нет, мы вами их или... не знаем, что вы. Модлес это из этого... Какого? Ну, ты понял, короче, овервайп. А, сова или Котик. кенгуру? Котик? Котик. Да. Ну, у него еще медведь есть. Так. Надо еще Блин, мне надо посмотреть. инвентарь почистить, куда бы все это закинуть. Мне в этот в инвентарь даешь, я все заберу. Давай, я тебя откину. У меня дохуя сейчас всякой дела. Там, например, знаешь, что эти фрагмент духа стихии, там, да. Я заберу, заберу. Частицы маны всякие. Я заберу. Давай. Даларан, иди наверх. Спустись в кулак, я не буду наверх идти. Ради этого тратить маскировку. Сейчас я чекну. Не особо выгодно получается. Привет, что я не опоздал? Не-не-не. Ну, сейчас зайду, получается. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Здорово. Привет. Что там, слот будет? Ой. Ну, типа мы лича убили уже, так что на резку заходи. Глора выпала из Чё? 90. Чё? Да заходи. Чё, вы уже типа Да я убили все? наебал тебя, блядь. Блять, понятно. Вот, сходили, короче, на ДНД фильм. Вот, прикольный. Можете посмотреть. Охуенно. Ну, это как для детей сказка такая, да? Ну, типа. Ну, ДНД это же настольная игра. Вот. Ну, короче, А там по типа... книге. По книге. Не, ну для детей, да? Детский фильм. Ну, блядь, Warcraft тоже 12+. Ну, там нету сисек, да? То есть мата нету, да? Нет, есть. Есть. Сиськи, мат. Там даже тентакли были. Ёптать. Ну давай ссылку мне, ёптать. А он, правда, только в кино. Будем зырить. Ну, как выйдет, посмотрим. Да я и до того, как выйдет, посмотрю. Тоже верно. Слушай, а может и половины гильдии-то ссылки сюда нету? Кстати, возможно. Господи. Может быть. Тоже вариант такой, сейчас я тоже кину на всякий. Вот хорошо, скинул. Там еще, блядь, момент был, там, типа, женщина-варвар, и у нее парень-гном. Блядь, Не мы вижу ничего угорали с этого. плохого. Вообще нормально, Ну, типа. блядь, это так выглядит, просто пиздец. У нас первая мысль, а как они ебутся? Ну как? Ну, там, Парень типа, гном. эта женщина в два раза больше, чем этот гном, и, типа,
Ты переживаешь, что не, ну, слишком маленький инструмент. А может, он в корень порос, ну? Так сказать, свой молот. А может, он какой-то фистинг или фуд-фетиш или еще что-то посерьезнее. Она, наверное, его полностью в себя засовывает. Еще самое забавное, что я оправдываю, играя при этом на дворфе. Сейчас, короче, это обновление скачивается какое-то. Сейчас зайду. Сейчас, короче. Здорово. Всем привет. О, звание новое в гильдии какое-то, сибиряк. Что за херня? Это старое. Это те, кто с 16 до 20. Кому писать плюсы? В чат поиск спутников плюс они. Сейчас, одну минуту. Не скажи, как ник там у тебя. И ты с какой? Овервайпер. А. Ребят, минуту. Вот смотрите, вот у меня стоит сибиряк. Я почему-то могу менять звание некоторым, блядь, делать заметки. Норм, нет? Да, норм. Только не балуйся. А чё это тайм-аут людям могу кидать вопрос? Я могу убрать, в принципе, менять заметки, если боишься. Нет, я просто не боюсь, как бы просто я, может, ошибся, кто, мало ли что, я интересуюсь. Не-не, ну, я же говорю, это те, кто ходит с 16 до 20.00, у них такое звание. Это, надо, короче, чтобы ассист был один у челика с триады, вот какого-то, они там что-то пока то ли не подтянулись, то ли что, там кто-то опаздывает. Ассист у одного челика с вервайпер, чтобы он мог там своим кидать оперативную пати, и казик это, соответственно, спавшего, да? Угу. Ну, я и так еще всех приглашал. А вот Шамалис, а нет, они все почему-то по рейдам заебут. Так, Гудлок, он с нами? А чего не с нами? А это еще... Ребят, возьмите, пожалуйста, скажем так, мою основу в гильдию. Это Амидамару Лока. Будет? Да-да-да, Лока. Основу? КД на ЦЛК до спидгера есть? Нет, там нету вообще КД, просто, как это сказать, это мой первый чар, там 258 лок. И что-то палов обоссали, и это, что-то играть неохота. Ты подумал за Локу стать играть, да? Обратно за... Ну, ну Локом покатать. Черкани, знаешь, кому он... Да или вообще, я... ты зайди на Лока для начала и плюс они в чат. Я зашел, смотри, фиг такси, типа, блядь. Угу. Ассиста дадут взять еще пару людей? Так, кому ассиста? Миролит. Так, это ты с овервайпов, да? Да. Ага, дал ассиста. Еще стряды кого-то надо. Так, еще Блев зашел. Ну, ты идешь с нами, Блев? У меня есть ассист, но пока что те, кто в онлайне, они сейчас здесь. Подожди, а ты кто? У тебя как ник? Бискнайт. А ты не в рейде еще. А, ну в рейде, да, я, кстати, возьму, да, я еще не в рейде, да. Вова, ты идешь с нами, Шамалис? Могу, да. Давай. Сейчас я вот этот спутников близкий поставлю. Угу. А, сколько сейчас? А, мог их сейчас пойдешь бить? Да, сейчас здесь мукбокс. Mm-hmm. Могу выйти, похер. Ну, как знаешь, это... Если тебе нужна бочка, то иди. А дай ассиста, пожалуйста, я своих буду принимать брать. Я могу тебе просто прямо сейчас добавить, Блёв. Да, здоров, рыбал. А давай, кем, Локом или Рокой? Этот... Локом будешь. Так, фиг, напомни, как у тебя имя? И еще, знаешь, что мне скажи, ты же в сибирской РТ ходишь, да? В вечерней. Ну, да, я по Сибири хожу. А этот, а ЕПГП за этом, за Амидамару там, за... Свяжем потом. Этот самый, скажи мне имя еще раз, так? Артём. Так, Артём. Демон, да? Есть, все три спека есть. Три спека, так и запишем. Как можно было такой ник написать? Забулдыга. Пиздец. Ладно, у Лока раньше ник был Чукумбрик. Вот эти вот Амития и Быстрый, это какие спеки? Амития Ретрик. Быстрый хил, да? Да. Дим Икс, кто? Салада.
Нет, дрой полену. Угу. Гурлок ШП? Да. ДЦ нету, да? Очень грустный ДЦ там. Это чё, Элем? Джуни. Так, полечу пока в ЦЛК. Андрей, кидай пати мне и Наташ. Да. Чего вы не плясуете? Я говорю, плясуйте, никто не плясует. А какой левел-то нужен? 277 есть у тебя? Не спешил. Не, он у нас еще. Я молоденький пока. Так, ну лок, это любой понимает. А вот симпатико, это кто? Симпатика. ДЦ. ДЦ, это кайф. Варчик еще есть. Гиену я знаю, блядь. Чилил у нас в гильдии. Ну, он бухал, там обижался, и... А, когда человек просто выпит, как-то это... Немножко не... Ну, посмотрим. Говорят, хорошо играть стал. Так, это кто такой? Так это наш, не наш, я не пойму. Привет. Доброго вечера всем. Вот этого я привет. Этот, и прикон, Виктор, это у тебя шумит там что-то? Не знаю, может быть. Да-да-да, вот да. Когда говоришь, у тебя шумит. Сейчас сделаю. А ты в рейде уже на ком-то? Да, он в рейде уже. А на ком? Он лепликон. Лок. Ага, так, вот уже ассиста дал, короче. Ребят, какие слоты свободны, кто вам еще нужен? Так, значит, танка можно... Танк у нас немножко опаздывает, Варчик, Марик, он у нас танк. Вот, ну, пока мне ВКонтакте не отвечает. По хилам пока фу, вроде. Да, пока фу. Ну, если есть какие-то РДД хорошие у хилов, вот скука. Ну, по сути, есть два хила. То есть, это дерево и либо ДЦ прист, либо холь прист. Так, это говорит терн, а ты с какой гильдии? Или овервайп. Так, как ты говоришь, кто там есть? Дерево, ДЦ, либо холи прист. Так, ну давай, заводи их. Как кому писать? Ну, ты не в рейде еще? Так, вроде пригласили, секунду. Так, это вот Элия дерево, да? И да. Лучезара. Все верно. Так, допустим, вот так. Ну, нужно будет... Ладно, в принципе. У Лучезара есть шапка? Нет, в крайнем случае я могу в сову спекнуться, если ДД нужен. А ты на ком? Ну, дерево Элия. А, это Элия. Так, допустим. Ну, давай спекнем тебя заочно в сову. Угу. Пускай они там сидят. А я что, в сове или в танке? Ты в сове пока. Знаешь же сам, что на леди надо будет сделать. Поконтролить. Ну чё, остается. Я бы не против протопала. Так, Best Knight, что у тебя там? Есть кто-то вообще? А, ты говоришь, Марик опаздывает. А кроме да, Марик опаздывает. И все. Вот пока больше все. Вот все, кто вот хотел, кто может, все здесь. Ну, уже в рейде. Угу. Этот. Вот скука, это... Как он называется? ШПшник, да? Угу, Андрюха, да. Сейчас я от этого медведя писал одного. Может, зайдет. Это Андрюха, ты у Нади спрашивал? Надя. Эй, нет. Ага, сейчас спрошу. Блин, она нигде ничего не читает. Фиг его знает, только зашла, наверное.
Дозан. Или Дозан маленький. Дозан, ну, во-первых, он не знаю, он, я смотрел, что он в ЦЛК уже был. Я не знаю, надо спросить, какой он закрывал. Дозан вообще с нами почти никуда не ходит. Медведя не будет. Сейчас я у Нади спрошу. А Надя ушла из игрового мира, да. Потому что я гляжу, я Шама как раз нету. А, и без него справимся. Так, что здесь? Так, маленький. 25 хм, Андрюх. Ну, 25 хм. А, ну... Сколько спрашиваешь? 25 хм. Так, а это кто такой? Не, не подарок, ты в курсе? Не видишь, кто это? Без понятия. Может, кто-то сделал войны? Макс, Протер, Этри. Без понятия. Это чё? А, слушай, подожди. Это, наверное, знаешь, кто? Это пальчик наш ник сменил. Да? Да, который, ну ты понял. Дукалисик, Дукалисик, это Дукалисик. А, Дукалисик, Дукалисик, ты что ли? Да, потому что он только один у меня. Дукалисик, ты идешь 25 хм? Че, я нужен или такое? Кто есть у тебя? Кто есть у тебя? Хапал? Блять, два хапала у меня есть. А, ну все, тогда я пошел, да. Так, это Карасик, да, только что был или никто это был? Это был мой челик. А, твой? Дукалисик, ты здесь вообще, нет? Видимо, нет. Только что ж вроде говорил. Так, а у нас у него какие спеки? Пауэлэтик. Нам нужен Пауэлэтик? Ну, два хабала вон есть. Танк нужен. Ну танк у нас не отвечает. Танк у нас. А я думал, зайду танком, там три танка будет, блин, буду четвертым. Ещё не прогадал. Как всегда. Хилу больше танков, оказывается. Сервер подвис, что ли? А вот из тех, кто сейчас есть, у Казика, Амити и у кота Мишка есть, да? Вот этого. У Казика есть прототанк, протоварво. Как он одет? Сколько там хп? Он хорош. Ну давай, спекайся, Казик, и кот спекайся, короче. С этого начнем. Вот лес, Диси. Так, не то. Носить людей. Гляду Диси. Так, Казик, сейчас глянем. Слава, я там что, роли раздаю в систему? Да подожди. Тут вдруг я сейчас, вдруг, блядь, мы сейчас на ребре упадем, блядь, скажут РЛОХ и все, блядь, разойдутся. Все это успеется. Так, ну главное, это 4 есть. Вот, в принципе, не должно ебануть. Так он уже танковал на СЛК 25 км. Ну и все. И это ты, Мишка. Пала, я думаю, справится. Так, и у Джуни и Миралисы есть, если что, спек хилов? А, неважно, ты просто мешком для битья побудешь. Чисто жиром, хпшкой постоишь. Так, вот скука, принимай сумон. Так, Мишка. Ну, в принципе, пойдет. Тоже. Может, и ебанет, конечно. Сколько нас там? У нас 23.
Так, ну я думаю, давайте что, пока там раздупляются, заходят. Может быть, еще два тела где-то найдется. Марик пока не отвечает. Так, вот рыба. Хаваем. Ебанем до ребра. Тут дальше. У нас Пау спрашивает, может он пойти или нет. Че за Пау? Ну, то, что говорили про этот... Протор. Слышишь это? Андрей, а в натуре? А Маша? Маша? Какая Маша? Где она? Пивасик. Литр пива. Угу. Эрпау, хэпау. Кстати, ребят. Эрпау, давай. Эрпау, да. Пускай, заходит. Че, магом зайти, пока там люди фкашат? Магом? Да. Пока подожди, пока трэш ебанем. Там, может, зайдут уже фул. Два слота. Я тут посижу, подожду. Угу. Если что, вдруг какой форс-мажор там. Ну, у нас еще один ДК пришел. Тоже либо анхоли, либо танк. Ну, давай, давай его сюда. Танка давай сюда. Дайте ассист, Илья, пожалуйста. Ну, вообще, маг бы пригодился. Да, мы и без него проносили. Да, и короче, бейте этого моба и вот этих двух крайних тоже. Так, вот. ДКшник обязательно нужен. Без ДКшника не хочу леди бить. В Варе и Мишке я не уверен. Вот хэпау. Эрпау, хэпау, Маша. Ну вот ДКшник и тут пал. И все, и пока стартуем так. Получается уже все фу, да? Ну да, пока. Так, кто у нас танки, кого на пол? В первой пати ДК, Мобдес и Казик пока что. Сейчас на ребро, может, два ДК сделаем. Угу. Как он сбил, печеньку получил. Как дела, Мурлокос? А чё у меня? Чё случилось? А чё, бля, не бей, нахуй. Не гнев, не запад. Да, шеф. А я думал, микрофон включил. А, ребята, это есть небольшая просьба. Это можно поменьше мата или как-то по-другому выражаться? Так, насчёт мата давайте сразу оговорим. Угу. Я его не могу исключить. Вот, я, конечно, буду стараться, но давайте сразу так. Если у кого-то дети или вы играете без наушников на колонках и дети рядом, прямо вот вы играете, и с вами дети снят. Ну, я не знаю, или выключите, мутаните меня, вот, или как-то что-то сделайте, чтобы или колонки... Проблема не в детях. А в чем? Проблема, в общем, в рейде. Я как бы не знаю, может, вам по приколу это в радость играть с матом. Но я его на работе столько слушаю, что мне уши. Ну, и приятно нет, вечером, нет. Знаешь, на чили, на расслабоне рейд. Хорошо, я еще раз говорю сразу, сделайте что-то, либо мутаните меня. Вот, если это прям, ну, режет так, у меня будет вылетать иногда. Сейчас посмотрим, это будет зависеть от того, что будет происходить. Если прям какая-то великая нетерпимость есть, то, ну, я не знаю, давайте сразу решим. Я говорю, вылетают. Ничего не поделаешь. Я 10 лет работал на такой работе, на которой нахватался этого, и просто оно улетает само собой. Без оскорблений, без всяких, без вот этой вот фигни, но да, есть такое. Так что подумайте. Как он сбил, печеньку получил. Так что... Если это критически важно, надо это будет решить сразу. Ну, не критически, но не постоянно.
Ну, там уже посмотрим. Потому что, ну, я один раз пизданул что-то. Это не значит, что через слово будет каждый мат. Вот там уже сам посмотришь. Если тебе, ну, видишь, люди разные. Конечно. Кому-то каждые 10 минут уже хуёво. Вот, а кому-то, ну, раз в час сказал и всё. Ливую там, как бы, ну, сам посмотришь, сам скажешь. Типа, если совсем кранты, просто мутаешь. Вот, если тактику, конечно, знаешь, если тебе ничего носить, не надо слушать, ничего не надо. Или если тебе кто-то может продублировать, что надо делать в плане там ПР, инер кому дать. В общем, у нас сейчас цель немножко другая. Не то, как люди общаются, обсуждать, а пройти рейд. Вот. Войт слот есть? Нет. Касательно рейда, значит, ДКшника, давай суммунем, давайте ставьте шкаф. И пала. Два тела осталось смунуть. Я думаю, Вара обратно в ДД прыгнул. Мишка с нами постоит, лицом поторгует. А ДКшник со мной и с Мишкой потанчит. Ну и на... Я думаю, на леди тоже Мишка останется. Мишка, есть опыт танкования леди? Там твоя фаза будет вторая, будешь танчить мобов трех. Нет? Казик, у тебя есть опыт? Короче, ты РБК ходил, Мишка? Сейчас тебя научим. Быстренько. Ходил РБК? Мишкой? Сможешь удержать три моба на себе? Там трёпка у тебя бьет по двум целям. Нужно будет менять таргеты. Ну вот, там примерно это и надо будет делать. С двух сторон будет появляться трэш. Ты стоишь только с одной стороны. А на второй фазе будет появляться трэш. Сначала с одной, потом с другой, и будет чередоваться. Потом по билду медведя тебе могу кое-что подкорректировать. Чтобы у тебя было больше агро. Так, Павел, я думаю, там разобрались сами. Или надо говорить? Ну, я думаю, два ретрика. Кто-то из ретриков каску, кто-то из ретриков кулак. И какой-то хэпал может дать МП5. Слав, вопрос сразу по тактике. Я также, ну, всегда стоял справа, если что, ловил этот лужу. Ну, волны эти. Так что, если что, я, ну, как, могу там стоять. Ой. Ну, и потом, конечно, когда вихри, конечно, я сбегаюсь, где рейд стоит. Понятное дело. Сейчас примерно сделаю вот так вот. Вот, эта тактика называется две метки. Вот, босс будет из одной в другую делать. Он делает 4 рывка. 4, вот когда крутится, 4 рывка делает. Рейд примерно посередине стоит. Принцип какой? Босс делает рывок, когда крутится, к дальней цели от себя. Вот, когда босс начнет крутиться. Вот мы его бить будем в центре, где он стоит. С пула пойдут на рейндж, соответственно, что, хант, бест кнайт один. И второй нужен челик, который либо меньше ДПС дает, какой-то демон там. Или какой-то элем. Ну... Кто-нибудь такой, кто мало дает, короче, кого не жалко поставить. Это кто? Я даю немало, но я стану. Хорошо. У нас лепрекон может стоять, мы с ним стояли в паре. Вот, давай сделаем. Хант сторону звездочки занимаешь, а этот самый Эли сторону кружка. И смотрите, когда босс начинает подготовку вихря, он в одну из сторон пойдет. И я останусь примерно в центре, там буду поближе к боссу, 20 метров от босса добегать. Вот. И рейд, когда босс, к примеру, перешел в звездочку и крутится там, чтобы босс не чаржнулся в рейд, рейду нужно подойти поближе к боссу, но не в красный кружок, а метров 20 от него. А другому танку, это у нас либо этот Диад Моро, сейчас, блядь, как там полностью... Дед Мороз. Дед Мороз просто. Ты в Дисе, Дед Мороз? Сейчас. Да, секунду. Да, танк. Он в Дисе, нет? Глянем. Мод лес. То же самое. Если, скажем, в звезду чаржнулся босс, он там пару секунд крутится, ты бежишь в кружок. Не обязательно в кружок прибежать, а примерно в ту сторону. И тоже туда наверх далеко не обязательно, типа куда-то в угол. Понял, да, смысл? Вот. А все, короче, те, кто... Я в печеньку всегда, да, Мишка, убегаю? Нет. Я говорю, если босс в звездочку чаржнулся, ты бежишь в кружок. Если босс чаржнулся в кружок, ты бежишь в звездочку. А, окей. Вот. Соответственно, и ДКшник также может сделать. Я просто не буду бегать, я буду поближе к боссу. И потом, значит, этот самый ДКшник... Сейчас я тебя посмотрю.
4D4, все нормально. Этот самый, смотри, ты в Дисе, да, Дед Мороз? Я ссылку скинул, сейчас посмотрим. А, да, он зашел, все. Да, короче, все на пулы, вот у нас две роги и Best Knight даем на Войда, на меня вот. И Мишка, и ДКшник не таунтите босса с меня. Вот. Когда босс закончит после четвертого рывка крутиться и будет идти в центр, я буду ждать его, не буду танчить его там, где он закончил вихрь, а буду ждать его здесь, в центре. Когда он дойдет, спокойно выходите с луж, право-лево разбегайтесь, и будьте готовы, что лужа может быть под вами. Вот там и бывает такое, что вот два человека на РНЖ у нас стоит, звезде и в кружке, их может двоих кинуть на шип, и тогда лужи пойдут через рейд. Поэтому не слакайте на этом моменте. А, и еще, шаманы, у вас спеки хилов есть? Я спрашивал. Мемрилиса тоже нет. Можно вопрос? Рестор Дру Димикс, у тебя есть какой-нибудь спек, кроме Рестора? Так, на будущее. О, Мемрилиса есть у тебя, да? Этот, кто он? Хил. Ну давай, прыгни в хила. 6-го. Морно вопрос. Можешь это ОСС сказать, кто куда кидает? Забей на СС, я сейчас не было. Не надо, пока не надо. На первый трай, окей, услышу. Надо посмотреть. Вдруг мы служу сейчас с пула не выбежим, зачем СС? Значит, смотри, 6 хилов. Вот Димикс в хиле и 5-й пати в хилах. Я тебя закинул для того, чтобы тотем был. Если ставишь тотем, с каким-то спрестом сговорись, что если ты ставишь, чтобы был обязательно гимн. Потому что увеличивается количество в процентном соотношении маны, которую вы получите в 5-й пати. Вот, ну и давай сделаем как. Щит земли кидай на Войда. Частичку, значит. Я думаю, ДКшник не сдохнет, но... Что там, воля мертвых же есть, да? Частичку одну на меня, а вторую с касика на этого, на Мишку. Закиньте паладины. Ну и все, в принципе, давай проверка и будем пулять. Тактику знаете, слушай, ходить, бить шипы. Очень просто. ДКшник, танк готов? Пристабав повысит ДКшка. Пристабав. Готов? Все, даю чёт. 5, 4, 3, 2, 1. Завис. Мишка, подбегай сюда. Мишка, завис. Развисай. А, вообще никак, все потухло. Ну, в одного не затанчится, давай падаем тогда. Заходите в лужу. Вот в эту. Могу в Мишку спекнуться. Что за херня? Такого ну, если он завис, зачем ты будешь спекаться? Там Алик уже освободился, Варчик. Освобождается, может зайти. Банк. Мишка, что у тебя, развисает игра или что? Или комп вырубился, или что там у тебя? Сейчас пытаюсь закрыть. Через диспетчер. Что-то никак. Наверное, придется ребут делать компа. Ну давай, делай ребут. Приглашайте там Марика или кого. Да, сейчас. Пока почилишь тогда. На ребуте. Чинитесь там, когда после вайпа пробегаете. А то на боссе, если упадете и станете красными, будете. Привычка хорошая. Че, он в игре уже или только куда-то пришел там? Сейчас зайдет. Ему написал, я уже написал ему.
Я когда это самое предложил, эту идею, и тем, и другим в DC, и потом подумал на работе, думаю, наверное, надо в обычку сходить. Прямо во время обычки так расслабленно пообщаться. А тут и Гера. Так-то тоже можно, когда, вот, допустим, АФК сидит, поосматривать. Ну, я что-то... Угощайтесь, такой... дорогие друзья. Что-то такой человек, что осматриванием персов занимаюсь, ну, раз, наверное, в полгода. Раз в полгода одного смотрел, это хорошо. Надо вводить привычку. Не, есть люди, которые этим занимаются. Намного чаще. Есть, ну, такой тип людей, которые прям за рейд до сурка смотрят все 25 человек и тебе доложат все, скажут, там, что у кого какие камни есть, у кого чего нету. А, можно такой, допустим, вопрос задать. Все, кто сейчас присутствует, завтра могут быть, и, ну и в среду, соответственно, тоже. Если мы дальше леди продвинемся. Я думаю... Биск Найт Хант, я, да, могу после 8 стать, ну, завтра могу. Плюс, соответственно, если, допустим, кто-то не может, там, те, кто сегодня не были, вдруг зайдут. Чокер, сори. Да, опоздаю, это ничего страшного. Так, а меня исключили из рейда, да? Да. Только не говори, что ты ребенков уже. Я тут уже. Ну киньте ему пати. Кто там? С какой он гильдии? И на осколке сейчас квест у кого-то есть вообще? Прям сейчас в рейде. ШМ или ВХ? У тебя, да, Казик? Тоже потом записать надо будет. Чё там, мод лесу кинет эта пати? С какой он гильдии? Ну, там ассист просит Дед Мороз. Он... Вот. Там же кого-то что был. У всех трёх гильдий был ассист. Давайте шкаф его соберем. А ли он тут уже? Он в начале. Шустренький не в сети. Шустренькая. Или шустренькая. Там девочка. Ладно, девушка. Ладно, женщина. Ну, это уж это самое. Там ты женщина. Я так. Захожу. Я много курю. Есть кому-то, кому больше 40? Кто-то. Рыбу вон писали, ешьте. Ё-моё. А больше 50, ну уже чисто интересно. А у нас был, да, ведь в гильдии там мужичок? Сколько ему было? Да. А вот тебе ответили, 51. Жёстко. Нормально. Жёстко. Тоже вот да. Вот они, был. Настоящие олды. Всё, проверка. Я видел вообще женщину 57 лет играла. Это прям... Так, один пал на Войда и второй на вот этого Мишку, который вылетал. Давай, ты там не завис, медведь? Вот тут я. Киризайт. Хэпала нету. Хэпал-эрдру. Хэпал-эрдру. Отсутствует Киризайт. Писал что-то? Так, только опоздаю. Написал последнее сообщение. Про ФК ничего не писал, наверное, да? Киризайт, ты тут, нет? Еще раз чек. Приста баф. Все 25 человек тут, можно дать, да. Хэпал есть у литр пива, да? Да. Ну, что ж я думаю, ну давай спекнись, он же хороший у тебя. Уверенно захилите в 6 хилов, я думаю. А этот пусть помрет. Ну или будет 7 хилом.
если подойдет. Начнем бить хоть. Киньте ему, кто там, этот Мишка, кинь на литр пива озарение. Ну и Мурлоко скинь. Думаю, хватит. Пивает ману пока. Индр. Не вижу, что. Где его тут найти-то вообще? О, литр пятый, в пятой пати литр пива. А, из... У тебя же фрейм и рейда есть? Да, да, нашел. Сейчас он там отопьет. Она. Она? А, сори. Интересно, сколько тут девушек? 5 или 6 или 7? Прикинь, играть в рейде один такой мужик и 24 девочки. Ё-моё. И все шмоты выпрашивают. Ну, у нас чувак рассказывал, у него знакомый был, у которого, который создал гильдию, он один был, и все девушки в гильдии. Best Knight. Мы начнем без этого пана, который АФК. 24. Но он там помрет. Вон он вылетел. Best Knight тут, нет? Да-да, здесь. Ну, здесь, прими здесь. Готовность, мы сейчас будем пулять, дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Стоим везде три танка. Bone Spike Cast. Можно еще немножко поближе к боссу, метров на 10. Те, кто на РНЖ, на Рудхан, что люди когда поворачиваются, то вас достанут. Ага, я понял. Мне вихрь, даже, смотрите, вихрь. Вот рейд, немножко поближе к боссу продвигаетесь. Все бьем, а никто ничего бить? Нужно шипа. Даже. Вот теперь поближе к боссу подойдите от центра, поближе к боссу подойдите. А вот назначенный танк, он вот кружок бежит. И это повторяем пока, да. Отойдите немножко от него, сейчас ему служит кинуть. Все, чтобы бить. Немножко поближе к боссу подойдите. Вот это последний рывок, вроде как он делает сейчас. Пойдет сюда. Я жду его здесь спокойно. Сейчас он придет. Останов... Ой, я завис. Все зависли? Не все зависли. Ну, все подвисло, да. Че, развисло, играем. Да. Танки, подойдите звезду. Мишка, подойди ближе. Все, встаньте сюда. Не, надо ДПС побольше, конечно. На леди тяжко будет. Хотя, может, я уже отвык. Не помню, сколько ребро убивается. 239 мало, конечно. Еще сейчас, может, кто-то подойдет, кого-то запрягем. Да, ну ты сиди пока, Керсвери, сейчас посмотрим. Тем более, вот когда босс в одну из меток чаржится, немножко поближе к нему подходите, чтобы он точно в рейд не чаржнулся. А то челик не успеет добежать до метки. Вот немножко поближе к нему. Поп, сместились до 10 метров и все. Все, и он туда-сюда чаржится, и всем пофиг. Слушай, выходите. Мурлоко, срезай литр пива. ДК танк, давай не зыбку. Ну вы кайфуете, конечно. Давай заново в лужу заходим. Прикольно. А чё вы, ну,
Вот он чаржнулся в вас, вы решили в этой крест-накрест луже постоять, да? То, что с ней выпрыгнуть надо никак, да? Не, это не получается. Или вот умерло сколько? 6 человек? На 6 шипы были? Шипы на 3 вешают человека. Почему вы уже стоите? Мы не успели выбрать. Самое главное. Самое главное не нервничать. Ну, костерез, да, он когда останавливается, он много сносит. Но в луже стояли конкретно, умерли от лужи. Он там получился unlucky moment, там получился костерез, прям по луже сразу же прошелся. Потому и сбрейдом. Мы даже вякнуть не успели. А потом по видео гляну, как там было. Этот самый, давай, если сейчас такая штука будет, то у нас там, ну, давай симпатика. Если такая штука будет, твои действия, выпрыгиваешь с лужи. Если ты цешник, зубы на себя, выпрыгиваешь с лужи, щит посея и гимн на хп. Если холик, то то же самое, выпрыгиваешь на себя дух и гимн на хп. Садитесь, кушать, пожалуйста. Проваем рыбу. Самое главное, не нервничать, именно с лужи выйти. И если такой момент проходит, да, вот вихрь там снес, допустим, тебе пол хп, начинаем хилить себя. Хилы могут не успеть среагировать, они выбегают. Что вам нужно делать, ваши действия? Локи могут кинуть койл, похищение жизни покастовать. Шипешник может... Ну, шипешник и так от хила дофига получает. Элем может себя хильнуть малой волной, вообще без всяких проблем. Друиды могут на этот момент дубовую нажать. Только на это нужны силы. Сова может себя хильнуть покровительством разок. Тоже ничего обломного в этом нет. И вместо вайпа получится, ну, рейд выживет. Никто не умрет. Никогда. Друзья, в плане распределения КПД, хотел спросить, у Димикса есть альтернативный какой-то спек, более-менее заряженный? Просто, мне кажется, 266-й рестор друг будет полезнее, чем 255-й. Если у него есть сова, могу с ним просто поменяться местами. По-моему, он говорил, что нету. Нету? Нет, у него спек. Пусть будет он. Тут особо не зарешил. Вон там и ДЦшник, и Холик, и Иршам, и три хапала мы сейчас идем. Так, пускай и будет. И кто у нас там из хапалов самый такой, кто в Дисе говорить может? Или быстрый, или Кризайт Тесос может говорить? Леку. Кто-кто? Быстрый. Давай, если такая же штука будет, типа в рейде он становится этот... мешок с костями, то просто массакру дашь. У тебя же есть, да? РЛ, есть предложение Миралиса, топовый ДД, один из топовых ДД. Может меня с ним местами просто поменять? Тебя это кого? Эли. У меня сова, мягко говоря, не очень одета. Зато рестор Дру у меня шикарно одет. Миралиса сейчас давай. Хилит. Он намного полезнее в ДД будет, чем давай, в роли хила. Давай. Да подожди, ты пока не спекайся, пускай этот Димикс будет, вон пятая пати, все хилы, три хпала, два приста, и вон шестой хил. Пускай пока. Пять хилов? Шесть, сейчас шесть. Димикс, он третья пати, окей. И пятая пати, пять хилов. Пускай пока так будет. Я думаю, мы же не стоим в лужах, чтобы двух друидов разгонять. Только Миралису с хантом поменяй местами. Так, у ханта там ассист есть, вот тебе поменял. Если что, ассисты есть у вас, просите, кто с вами там рейдил, кто вам пати кидал, ассисты есть, надеюсь, поменять в плане расовый, чтобы какой-то бонус получить, можете попросить. Даю отчет. Поехали. Три хэпала, можно три частички закинуть. Хотя можно в этого. Дать Войда две, мишку одну. И по тому ДКшнику, который без частички побольше работать. Не, наверное, шутку до него не хочешь, меня лучше докидать. Шустренькая реса Киризайна. Вставай, засчитуйте его сразу.
Сова зависла там, где печень. Измените ее. Это, и не резайте. Хорошо. Кизай, ты встанешь? Вставай, дайте ему щиток. Я же говорил. Ой, вылетел, наверное, да? Он пинг пишет, у него большой пинг. Понимаю. Понятно. Ну, пробуем, что, два хпала, два пристая, думаю, вывезите. С вас эрдру, если поможет. Литр пива, я уступил огонь. Следующий с тебя, Эма. Сейчас там лужа пройдет. Зайдете. Хильте-хильте, спамьте прям. Надо было Мирелису оставлять. Чувствую проблему. Леон в хиле так и остался. Ну, давай цепухи по нам. Bone Spike Cast. Чипы быстрее зербить в центре. Дайте песенку на ману, пожалуйста. Говори кому. А то все 4 дадут. На ролит. Вот два. Любой. Кто-нибудь. Ну, кто-то дал, по-моему. Так, босса веду в центр. Сейчас он подойдет спокойно. Вот стоим. Выходите, слушай. Так, Мишка, дай там какую-то дубовую, что ли, или крик отдай. 4-4, дай крик. О, нормально. Ой, да, ну ладно. Литр пива, уступи. Инар Миролита, дайте, пожалуйста. Так, три балл. Когда будет свободная секунда, дашь камень воскрешения по Димиксу. Слушай, выходим, шипы бьем. Угу. Шамалес дашь... То же самое, камень воскрешения по Мурлокосу. Это тоже пригодится. Литр первый уступил. Подходим, бьем. Слушай, выходите. Дофильтесь. Сова горит, что ли? Мурлокос, ты горишь, по-моему? Никто там не... Малик зашел. Мы с вами, кстати, даже правила не обговорили никакие. Как хотите рулить, по времени или побыстрее? Bone Storm Cast. Это время уж совсем унизительно, это как с пугами с какими-то, которые ливнуть могут. Можно хоть каждого босса рулить, какая разница. Не, я про то и говорю. РЛ решай. Я по консулу люблю быстрее раскидывать.
быстрого разбить шипа, пожалуйста. Все, босс идет в центр, сейчас в спину к нему отходите, отходите, отходите спину. Вставайте спину, сова, уйди из-под ебала. Если есть иннер, быстрый шмель. Вот сколько читанина ману, а хотя читанина ману, читанин, ничего страшного, там баф на 20% хватит. Так, чат буду линковать. Так. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Привет. Привет. Это, если что, Руслан Марик. Я помню. Ай, ё-моё, я вообще почти ничего не помню. Надо кому-то... Мы как ролим или? Я бы забрал на локи. Не поролить? Я бы приоритетом отдал Эрдру, Холипресту. Ну, давай DMX это и будет. Никто не против? Ну, давай, давай ему. Ну, смотрите, чтобы не было это, как оно называется, ругани там вот этой всей штуки. Не, я тебе с босса кину, иди. Чтобы ругани никакой не было в плане шмота, вы если с одной гильдии там можете как-то договориться, если ты уступишь, то уступай, пожалуйста. Мне абсолютно без разницы. Вот. Ну, я думаю, ему закину. Тапки. Сейчас линкану, то у меня и пикапл мастер. Вот эти тапки надо кому-то? Так, вот очень фонит микрофон. Сейчас поглядим пиво, литр. Хирургия, а ты чего не овелишь? Он плюсанул. Ну, хирургия. Он потрогал руки. Хирургия, у тебя он какие? У меня нормала. Нормала. У него такие же, только здесь кому-то надо. А у тебя мод лес на кота ты берешь, да? Не на мишку, на кота. Ну, он писал, что он будет на кота ролить. У него мейнспек кота. А ты в коте сколько даешь? Больше 14 тысяч? Да, он определенно больше дает. Кто с каких гильдий? Хирургия и вы с одной или с каких гильдий? Нет, модло с сервайпа. Хирургия с сервайпа, а кот? Нет, хирургия триада. А, модлус овервайп. Пару лот, давай сломим. Я порешаю. Давай коту. Кстати, насчет овервайпов. У них там есть желающие собираться в коллаборацию? Само собой, мы, собственно говоря, для этого и пришли. Мы и до этого с Легионом ходили в коллабе, грубо говоря. Просто под конец у нас почему-то, ну, народ, и у них немножко сезон начался летний, и у нас немножко некоторые... Люди перегорели, онлайн подупал, и вот грустно стало проще. Слав, кинчик, Макас, у тебя не это, во. Да, это самое. Сейчас этот коллаб этот расширится немножко. Вот эти штаны надо кому-то обоссаны? Как он, ну, типа, если квест... А можно постиранные? Ну, стираешь просто, как называешь, бесполезный шмот. Надо кому-то? На трансмог только. Распылю только. Ну что мы трэш не чистим? Трэш надо чистить. У меня тоже ребята ходят в рейд. Я лут с босса раздаю. Пришли такие, встали, возле, чего ждете? Там есть мобы такие, помощники. У них над головой написано помощник. Вот они вокруг себя взрываются там метров на 20. Их РДД в первую очередь зеленый. Ну, а я там свою рыжую штучку жду. Рыжая штучка. Вот, говори, осколок, я тебе дам лутер. Да. Я забыл. Казик. Первая группа. Сейчас будем с леди разбираться. Вот, вот эти опасные мобы. Помощник. Ревнитель, соответственно, клеивает. По лицу к нему не заходить. Крестик. Квадратик. А что это звук вот этот череды комбатской новой? Как там у Киризайма? Имеешь в виду... Вот это стук такой. Звук.
у, вот какой-то вот час, который. Нет? Что-то... Нет. Какой-то эффект. Стук, возможно, от Т5-го, от Мишки, от моего прожимки. От скиллов. Mm-hmm. Скорее всего. Череды вроде нет звука. Подожди, кто у Модлиса Мишка? У нас Т5 Мишка еще тоже прифигел немного. Нет, у меня у Ханта Пет, Медведь, Дух. Понял, ну и на Т5-м. Вот, я когда прожимаю, скорее всего, это, вот эти звуки издаются. Ага, ага. Что-то я думал, это этот комбатская череда. Это Аршам обратно в Элему или кто это Аршам? Сейчас посмотрим. Мне кажется, профитнее, чтобы он в Элему спрятал. В Элему, да. А нам дэмэджа хватит на леди? Ну и мы пиво просто спекнем. Ну и берцу не упрёмся? Пиво в ДД спекнем, сейчас поглядим. Поглядим. Или Саважи, да? Друид Рестор. Просто с пеплом сусавил. Угу. И бы попросил. А у тебя Сава слабенькая, да? Ну, не очень. Ну да. Где-то ну, 7-8 в соло выдаю. Очень слабо, конечно. Жалко. Ну ничего, сова это золотой класс. И Стинер, БР и Смерч. Ну мы когда с Легионом ходили, меня и дерево не мешало Смерч кидать по контролю. А тут проблема в том, что у Димикса спека нет. Ну, может сейчас кто-то подтянется, не знаю. Кто-то кого можно воткнуть, чтобы полегче было. Но так, чисто если сухую теорию воткнуть вам, то этот рейд убьет. При условии, что 0 духов хлопнет. Он убьет легко. Леди. У нас просто была пачка раньше более заряженная, и мы в Берцу пару раз упирались. Угу. Сейчас поглядим. Но там духи ловились нормально. Ну, понятное дело. Ой. Но это на эту цифру не обращать внимания, это. А, подожди, подожди, у нас еще вон там еще. Это стоит. Не обращать внимания, это я мискликаю, когда метки вот эти ТТ ставлю, там попадаю по этому. Надо перед леди релогнуться, чтобы не заработало хуйня. Да, да, сейчас релогайтесь, сейчас вот этого жука добьют. Патч себе включайте на вот эти духи. Если у кого. Если кто не знает, что такое патч, то я надеюсь, у вас зрение плюс 200 там. И вы духа видите. Сейчас все распределим. Там файл надо заменить, поскольку он после обновления сгуляет. Значит, в гостиной в Дискорде скинул файл, скачайте. Вот. Он закидывается по пути в папке с игрой дата ру-ру. Вот. Именно в папку ру-ру закидывается эта параша. Когда лаунчером вы игру обновляете, то он удаляется автоматически. Когда вы обновили игру лаунчером, или когда пришли на леди, обычно перед леди делают, вы закрываете игру, перекидываете этот патч. Заходите в игру. Запускаете игру через экзешник, не через лаунчер. Спасибо. Ну, все, потом, я собрал. И потом открывать игру через рун Ексе. В папке с игрой есть такой ярлык рун Ексе, вроде бы. Такой на нем значок золотистый с буквой В. W. Так, из моих кто там есть сейчас? ВП Хант, кто у тебя есть? Маг, да? Да, только до 60. Ну ты пятнашку уже хотя бы наш ДПС. Ты пятнашку-то выжил. И кто еще есть Кирсори, да? Ну еще есть Рога. Так нам хил нужен по-хорошему. Вот хил литр пива. А, ну. Литру-литр. Ты рехила, что ли? Заберешь слот? Угу. Так, ну и тело надо нам, кто зайдет. Ну заходи магом, наверное, у нас мага нету. А у нас один играет. Заходишь? Конечно. Так, ну значит, более-менее уже почти все патч поставили. Давайте так, в звезде, кто у нас там? Мод лес, братан. Иди сюда. Вот ты, короче, это твоя сторона. Вот. Тут будет выходить мобы, значит. Который центральный, он кастует. Ты сильно на него не заморачивайся, его будут зергать в первую очередь. Твои основные мобы, это вот которые с левого и с правого окошка выходят.
Вот ты их тончишь. Они кливают перед собой, бьют рассекающим ударом. Вот их надо отвернуть. Ну, тут, конечно, миликов не будет бить. А это, смотри, очень важно, чтобы они, чтобы себя не сорвались. Чтобы если их АДД будет бить там ешкой, ты старайся их, будь наготове стаунтить. Если стаунт КД, то, соответственно, делай либо рывок в них, чтобы он на 3 секунды там останавливает на месте. И либо давай стан. В общем, смотри за этим. Вот, когда фаза закончится с щитом, и босс начнет ходить, мы его с ДКшника будем танчить, твоя задача будет посмотреть направо, посмотреть налево и увидеть, где вышли три моба. Если вышли в кружке, делаешь вот чарж отсюда и этот, начинаешь их танчить. Если вышли в звезде, чарж, начинаешь их танчить. И когда они вышли со звезды, то в следующий раз они выйдут с кружка, и так они будут чередоваться. Понял, да, свою задачу? Все изи там. А, ДКшник, Дед Мороз, мы с тобой четырех мобов заводим в кружок. Не обязательно прям стараться ровно в кружок. Но ближе, как можно ближе сюда подводим. Я танчу моба ближнего к леди окошка, центрального окошка. Ты грипаешь моба с ромбика. И вот этого крайнего, это как называется, окошко. Увидел, да, Дед Мороз? Вот отсюда. Вот. И с лестницы. Смотри еще какая особенность. Если с лестницы идет... кто он там, фанатик, тот, который петушок милишный, ты в него грип не трать. Потому что может быть такая ситуация, что какой-то из мобов будет кастовать. Понял, да? Хорошо. Вот, теперь кто где бьет. Слева играют РДД. Так. Значит, сколько у нас сов? 3 совы. 3 лока, лемы, хант. Убиваете в звезде центрального моба в первую очередь. Прям зергайте до того, как он на свечи повешает. Следующее действие. РДД добивают, доуешивают двух фанатиков в звезде на мишке. А хант поворачивается и сразу играет фул по кружку. В кружке может быть 3 приверженца. Это, ну, пробиваешь их. В кружке, соответственно, играют Гиена, Казик, кто там еще у нас, Амития, и что-то вот мало. Ну, значит, будем так делать. Добавим сюда сов и локов. Совы и локи. Как только там два моба добили, сюда поворачивайтесь, фулл ЛЕ. Смотрите, приверженцы, если на себя щит повешали, то себя не убейте своим же заклинанием. ШПшники. 14-12. А, ну это на трэше. ШПшники, вы фулл по боссу играете? Но если увидели, что в кружке 4 моба, не поскупитесь разок хотя бы иссушение прожать. Только иссушение через фанатика тыкать. Ну или чтобы на мобе щита не было. Неплохая помощь будет. Ну, 2 роги. Я вот думаю, закинуть сюда нам рогу или не надо. Давай, первый трай. Посидите на этом, как он называется, на боссе. 2 роги, 2 шипы, фул на боссе сидите. Но если что, шипешники не стрёмно повернутся, там помочь. Вот, наши действия. Значит, первая фаза это все легкое. На второй фазе. Первый буду босса забирать я. Что в кружке там остается, этот Дед Мороз меня стаунтишь, я пойду к боссу. Вот. Когда босс щит с него заканчивается, роги и хант даете на пул на войда. Вот. И там, соответственно, этот ДКшник на тебе трэш добьется, и подбежишь, начнешь набирать агро, там прожмешь свою ротацию агро, короче. Потом что? Теперь по контролю. Будет браться 3 человека в контроль, они берутся на контроль на 10 секунд. Шустренькая. И не знаю, как вы контролите, но желательно, чтобы это было быстро. Самый быстрый способ это, чтобы у вас были фреймы рейда, и вы видели абсолютно всех. Вот. И кто когда контролится, на человека вешается метка. До того, как он еще контроль получит, на него вешается метка. И через секунду он только превращается в законтрольного. Метки будет 3. Квадрат, треугольник и луна. Все квадраты контролят шустренько. Все треугольники Мурлокос. И все луны контролят Элия. Если одна из сов попадает в контроль, страхует DMX. Тоже вихрь, смерч на панели, смотри, чтоб был. Если что, сову страхуешь. Ну и, соответственно, если сова, если две там совы в контроле, локи тоже не постремайтесь кинуть фир, присты, фир. Жабу там кинуть в это, в хилов там, не знаю, чтобы они гимн не сдали или тотем. В общем, да, посмотрим, что как будет.
А, ну и самое главное, контролит это все хорошо. Вот когда босс начнет двигаться, сначала выходит босс, как задвигался, три моба, сначала убиваем их, и только потом играем в босса. И даем Геру. Ну, Геру, в принципе, и сразу можно дать, чтобы босс быстрее залить. И самое главное, будет появляться два духа из леди. Сначала они одну секунду от нее летят такой стрелочкой, как бомба летит, типа, снизу вверх и вниз. Вот. Потом он, когда упал, стоит на земле одну секунду. Вот. И потом только он начинает в течение 5 секунд преследовать случайного игрока в рейде. Вот. Чтобы увидеть, что дух идет не на вас, надо посмотреть, на кого он идет. Если не на вас, то два духа идут. Или вы на 30 метров от них, то спокойно бейте. Вот. И они, чтобы вы понимали, они появляются с периодичностью 10 секунд. Поэтому будьте готовы на второй фазе очень внимательно, напряженно играть. Если будете относиться к духам наплевательски, будем хлопать их, два духа хлопнут, просто весь рейд упадет и все. И будет конец сказки. Ладно, даю. Сейчас. Стой. Павок, можешь включить стрим назад? Сейчас. Можно бы просить еще две метки добавить. Мы в 4 метки играли на второй стадии. Людям удобнее будет. Ты имеешь в виду по... Вот. Ну, по углам. Вот. Диалог стоит и параллельно это. Ты хочешь покричать, что дух там в треугольнике, да? Беги. Ну, инфу дать людям, мне кажется, лишним не будет. Ну, давай. Вот тебе треугольник, вот тебе луна. Благодарю. Все, даю этот самый отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Это место станет вашей могилой. Трэш бьем. Пропустили один нюанс. С лестницы духа заберите танки. Там Дед Мороз забирает. Угу. Казика не убейте, 1000 хп, не убейте. Добейте моба. Хант и мелики, подбегите сюда. 2 секунды новый трэш, еще моб не добитый. Новый трэш вышел. А чё, ты можешь моба подводить в кружок? Или совсем никак? Это не получается. Контролируй ногу. Ты подводи в кружок, потому что по два моба бить и ещё к тебе бежать. Ты не в луне танешь, а в кружок мобов ведёшь. Вот который... Этот... Приверженец. Между кружком и луной в окне выходит. Ты его в кружок веди. И того с лестницы сюда. Вот он, да, максимально близко сюда старайся. Контролем. Или законтролить. Еще моб. Так, побольше по боссу играем. Стопаем по боссу. Стопаем по боссу. Теперь все, кто били босса, на трэш поворачиваемся. И убиваем трэш. Так, сейчас раздавайте контроль. Раскидывайте контроль по людям. Не убейте. Все, переводите босса. Три на пула, войда приготовьте. Переводите. Три на пула даем. Вышли мобы, сейчас босса никто не бьет. Все три моба бьют. Все три моба. Мишки, помоги этот самый. Дал не зыбку, первый был дух. От духа бежим. Луна, дух луна. Под боссом дух бежим. Сова, беги, не стоит. Дух бежит в твою сторону. Все, фул по леди играем. Духи побежали. Они будут часто появляться. Все, контроль. В мелизоне стопал Е.
Вот не стопнули, минус 2 хила. DMX долбар. DMX резай шустренько, духи побежали. Шустренько литр пива резай. Быстрее давай массаку. Пошли в сторону кружка бить мобов. Под боссом дух. В сторону кружка все мобов бьем. Побыстрее с бэрами. Давай шустренько резай пиво. Все как раз это прошло. С мобов бьем. В кружке дух отбежали. В моб в танка идет, смотри, не хлопни. Ну, блять. Не видите зеленые такие духи? Контролим людей, расфиряйте. В мельзоне стопните чего я. Дед Мороз, ты танк, ты не должен хлопать духов. Так. Глокос чилит. Эти челики тоже чилят. Спасибо. Напуливаем на войду. Попробуем так. Этот раскол души есть такая штука, нажми. Угу. Способ. Дух за луна бежит. Дух звезда. И с лестницы спускается в сторону мили. Так, что это там? 6. 6 ДД и 1 хил бежит. Дух звезда и ром. Миралиса. Ладно, давай. Подойти заново. Spirits. Так, сейчас промотаю чатик. Миралиса. Миралиса хлопнул. Так, кто еще там был? Spirits. Дед Мороз я видел. Best Knight, как дела у тебя? Нормально? Ну, я тут. Ну, духа хлопаешь, почему? Лепрекон. Что, хлопаешь духа? Не видишь зеленого? Не, я... Мод лес. Я хлопнул, но он сразу, я на дали стоял. Я от него не умер. И никто в рейде тоже не умер, да? Да, и в рейде никто от меня не умер. Я прямо на лестнице далеко стоял. Ладно. Хорошо. Это замечательно, когда духа хлопают, и никто не умирает. Ну, в частности, Дед Мороз, Лепрекон, Мадлес. Ну, я одного хлопнул, я видел на перебежке, его словил. Но сразу. Хлопнул, больше не хлопай. Скажите, пожалуйста, вот кого я назвал, у вас патч стоит? Да, я видел зеленого, я убегал, но он взорвался уже, когда я от него убежал. Давайте, он... давайте еще проясним такую ситуацию. Значит, духи, они вылетают с босса. Сначала такая идет духовная такая стрелочка, такая полосочка из него такая фиолетовая вылетает. Она секунду летит из босса, потом она приземляется. Потом вот там, где она приземлилась, он стоит, секунду целую стоит. Это уже 2 секунды есть. Обычно у человека вот на реакцию на оскорение есть 2 секунды. Вот. Это уже надо начинать бежать. Ваша тактика вообще на леди это... 5 секунд бежишь, 5 секунд стоишь, бьешь. Главное понять, когда именно начать бежать. Если вы стоите и вокруг вас 30 метров никого нету, ну конечно надо бить. Но при этом еще очень важный момент — отдавать контролю. Вот сейчас 2 хила под боссом убили. Когда контроль, ну я не знаю, можно попробовать говорить. Не знаю, получится у меня это или нет. Говорить именно когда контроль. Разбегайтесь из-под босса, стопайте вихри, лужи, ретриков, чтобы вы не убили хилов. Вот. Но с духами очень печально. 6 человек убили взрывом духа. И 4 человека духом, и 2 человека завоешили в мирезоне. 2 хила. Ну, по ССам тогда давай. 3 балл по КД кидаешь на Димикса. Шамалес по КД кидаешь на Мурлокоса. Ну, или прикон по КД кидаешь на Шустренькую. Или, я думаю, повыживает. Мишка, как у тебя там? Самое главное, смотри, вот это когда чаржнешься, не потеряй моба, чтобы он в рейд не ушел. Когда фаза начнется, когда леди будет ходить. Да, я держал вроде нормально. Че у нас пол рейда с алкашными фласками? Хороший вопрос. Никто никому не говорил, чтобы кашные нужны. Ну, это как бы логично. Это не знаю. Ладно, давай в другой раз об этом поговорим. Окей. Сейчас надо увидеть, чтобы духа никто не хлопнул, и 100% гарантию даю, что если ни одного духа не хлопнете, босс сразу упадет. Ну, при том еще в контроле, если людей не убьете. Слав, там это вон ваши, смотрю, пишут, танк надо им, на Ануба.
спроси, надо еще, я помогу, пока все равно ничего не делаю. А, ну это... Ну я просто не у вас же еще. Если надо, я плюсану. Ну, или мне плюсанет. Я не знаю, сейчас это я время... Я просто не вижу ник точно из-за стрима. Я вижу, что написано. Боди Шреддер. Шреддер. Боди Шреддер. А, вот, вижу. Mm-hmm. Вижу. Симпатика тут? Раз, два, три, четыре, пять... КВХ, КВК, Х. Дракон. А, говорили вчера, люблю на драконе летать. И вспомнили дракона кого-то, это про него говорите. Дракон релогнулся, нет? Или еще только релогнулся? А, симпатика тут, все, проверка. Все то же самое, только с контролем посерьезнее. Дает счет. 5, 4, 3. 2, 1. Легче на душе сразу станет, если 0 духов хлопните. Я прям, я не знаю, я обрадуюсь очень. Контроль, секунда. Убиваем. Ломите. Угу. Диспельсия. Трэш, 2 секунды, готовимся. Пьем трэш. Он у меня в КД? Бурлако срез Аэлию. ШПшники... Оба в кружок помогайте играть. У нас... Фурик сдох. От ШПшника как раз таки. Тебя зауешь, что ли? Да? Меня уе ваншотнуло от его. Там 20 тысяч сразу, 15 тысяч от последователя от ада. Рапсады спал быстро, шмель. Спасибо. Как рогами насунулся. Неплохо. Контролишь, что ли? Значит... Вот этих мобов зергать и потом переводить, да? Контрольте. Кто босса бил сейчас? Все, босса переводите. Значит, Элия будешь резать как откадешится Казика. От DMX будешь резать как откадешится Бер. Богу. Переводите. Как босс двигаться начнет, сразу три моба ищем, бьем. Босса попозже. Так, три моба. Где они? А вот бьем мобов. Это я духа взорвал. Бежим. Меня в мили засосали. Митя, контроль. На этого напуливайте, на Дед Мороза. Не, падаем. Чтобы эр откатиться, не успеем падать.
Стоим в одну точку. Сейчас лужа кинется, попрем. Spirits. Вы осознали без линии сил. Смерть и разложение. Вот я на рогу смотрю, смерть и разложение тебя убило, получается. Раз, два, три, четыре тика. И добила стрела тьмы. Да, она прям, короче, прям посерединке мне развела, я посерединке стоял. И кто там такой обидчивый, что за мою голову назначил награду? Я выбежал, короче, и стоял 10 из 10 хп, она меня повернулась костом просто, ебанула и все. Ну а Казик, соответственно, всепожирающий чума, это он был в контроле? Или ты был в контроле, он по тебе щелкнул? Мне просто интересно. Наверное. Я был в контроле, меня не законтролили, я его щелкнул. Самый кайф в чем? Он кинул слово тьмы боль. Всепожирающий чуму тебе щелкнул просто. Просто выбрал тебя как моба и начал. ШПшники, ну я не знаю, там... На наших людей, которые контролятся, вешают за три метки квадрат, треугольник, луна. Не перепутайте с мобами. А я такой смотрю, как он бежит, 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 хуяк меня баншотнул и пошел дальше. Да. У нас когда-то был паладин, он в обычке просто не за контроль, он просто минус 4 сделал. Да, да. А еще была ледяная коса. У Фростов. Минус 15 человек был. Да я думал, я слил, я знаю вообще. Видимо, там, когда ретрики были перебафаны, не лужи просто могли всех убивать. Вот сколько, братан, там телепорт есть. Как заходишь в инстам, телепорт такой есть, синий такой пар. Миралиса тут, нет? На спорте, я понял. Глокос себя чувствует богом. Богом сов. Димир Алиса. Димир Алиса. Вот он. Сласки обновите. А чё он уберет? Есть нити? Он только что в начале инста был. Это он Нет, он подскользнулся на лестнице. Там же это... Бага на лестнице. Баг? Ага. Первый раз вижу такой. Скажи про кожу, Слава, чтобы все вали руки. Я думал, я нажал, если честно. Плащ теней перед контролем желательно слить, чтобы когда вы в контроле были, чтобы вас можно было фернуть и так далее. Ну и ложный выпад. Знаете, что такое, да? КВК, дракон, вот это и хирургия. Ложный выпад есть такая штука. Минус 50% урона по области. Зеленая штука появляется, если под боссом нажимаешь ложный выпад. Ну и 4 типа тебя не убьют. Они будут не по 5000, не по 6 бить, а по 2. Будет кайф.